А перед началом просмотра видео рекомендую зайти на канал Deadman Show. На канале уже есть много интересных видео, автор которых обладает довольно интересной и занятной подачей материала. Обязательно загляни и посмотри, видео сняты по абсолютно разным играм. Тебе обязательно что-нибудь понравится. Ну и не забудь подписаться. Я рекомендую. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, мы продолжаем играть в Don't Starve с модами. И в общем, что у нас? Весна. В теории у нас скоро лето, ну в теории и на практике, я думаю, тоже, да? И что нам нужно? Нам нужно сделать машины охлаждающие, которые тут будут, в общем-то, все охлаждать. Кстати, насчет паутины. Есть ли у меня тут где паутина? У меня есть заячьи хвосты, так, золото. Возможно, сейчас пригодится, я уже конкретно не помню. Здесь у нас есть некий объем ресурсов. Давай шишки пока скинем. Я их прям вот сейчас-то садить не планирую. Камни есть, это все есть. Одна шестеренка. Вот, кажусь, беда в чем. У нас шестеренок очень мало. А получается, сюда их две надо. Такс. Где взять шестеренки? Давай золото сюда. Кокот мы сейчас забодяжим. А паутина вот у нас. В принципе, паутины довольно много. Кокот мы забодяжим. Так, кошатка сюда. А зачем мне столько? Давай сбросим. Фу. Ну что ж, получается, нам надо добыть как-то механизмы. Как это можно сделать? По-моему, где-то вот здесь они были. Погнали туда. Какие у нас варианты? Шапку одеваем. Броня про запас есть. А, ну да. Что я еще хотел? Такс. Давай. Хотя бы вот так. Ферму мяса сделать хоть небольшую. Это у нас уже засушилось место. Чтобы оно у нас подольше прожило. Так. Давай, наверное, вот это развесим. А что-то, кстати, с собой-то взять надо. Что-то как-то я не подумал на эту тему. Это сюда. И вообще надо бы базу тут по-нормальному пообставить, ну ладно. В принципе, я думаю, этот момент у нас подождет. Здесь вот кусты растут. А, здесь трава-то прижилась, кстати, я так и не проверил. Да, тут нормально вроде все. Тут еще вон ягодки. Этот куст сейчас завянет. Нет, не завял. Вот этот завял. Ладно, кустами потом займемся. Погнали, нам надо шестеренками разжиться, и надо еще топать уже в руины, чтобы заготавливать все прочее. Хотя у нас весна, еще только пятый день. Я думаю, мы прекрасно все успеем. Давай наметим вот здесь, наверное, где-то место под ферму нашу. Паучачью. Паучью. Или паучачью. Ну, короче, да. Ферму пауков, скажем так. Здесь ее можно будет без проблем сделать. Блин, там кошмары носятся. Надо бы их убить. Потому что в любом случае... О, ё-моё! Да, этого чувака надо ждать, пока он соберется. Ай, шайтан! Неудобно два противника, у них разные мувсеты, ведут они себя по-разному. Крайне... Так, этот жди, этот в этой форме не особо опасен, вот он опасен, когда зараза распадается. Это ж подонок. Иди сюда. Я уничтожу тебя. Золотые слова, робот. Паути. Твою мать! Мститель пришел. Ай, шайтан.
Ну ладно, давай мы тебя уничтожим. Да ё-моё. Почти броню мне раздолбал. Некрасиво же, ну. Эта ферма прям-таки заработала. Может быть, даже стоило поближе к базе. Ну ладно. Это у нас все имеется. Топливо ужаса я уже просто не собираю, потому что куда мне его распихивать? Его просто дофигища. Просто нереально много. Да ё-моё, кошмар еще один. Откуда вы беретесь-то? Так, отходим. Опа! Почти подловил. Да гадина, дай собрать-то! Ладно, эту округу все равно зачищать от этих гавров. Они у нас спавнятся в каких-то космических количествах. Но, в принципе, не дают расслабиться. Надо быть всегда на стреме. Кстати, почти броню доломали. 1%, просто 1%. Как вы 1%-то не добили, эй? Лягушки, вот я вот лучше бы с лягушками не связывался, терпеть их не могу. Такие они гадкие, а. Просто очень. Цветошки сойдут. Немножечко даже подхилимся, рассудок, все нормально. И погнали, пока у нас лед есть, пока он там никуда не делся. Сейчас скоро все равно ночь будет. А, у меня в любом случае есть шахтерская каска. На такой вот момент. Это не думаю, что у нас какие-то сложности возникнут. О, кстати, халявное что-то валяется. Халяву это нам надо будет подобрать. А как я раньше... А, понятно. Это же я и выбросил. Камон. О, бывает. Давно это было. Мы так 76-й день выживаем в мире. В этом. Тут уже не грех что-то где-то и подзабыть. Да, подожди, где у меня получилась ферма? Ну, в принципе, рядом. Так, чик-пык, сбегал. Можно было даже вот тут где-то чуть ближе сделать. Ладно, мы там просто еще коконов потом наставим. И будет у нас все вообще круто. Гниль у меня в достатке. Навоза там в достатке. Как бы с этим у нас проблем вообще просто абсолютно нет. Так, грифоны. Ну, я с вами сейчас драться не хочу. С собаками я тоже драться не особо-то хочу. Здесь у нас где-то были. Так, подожди, а как вам пройти? Давай мы вот так вот аккуратненько. С другой стороны, с собаками... Ты где там летаешь? С собаками подраться можно мясо подфармить. У меня мяса-то чуть не так-то и много. Но это такое. Неохота мне сейчас с ними драться. Давай перекати поле чекнем. Иногда в перекати полях бывают очень полезные вещи. Просто нереально. Кстати. О, паньки! Чё я забыл? Я с собой... А, не, жди. Всё, есть. Тогда придется костер ставить. И следить за ним, потому что его нафиг сейчас погасят. Негодяй, а? Ну, давай, ломай эту броню. Зафиксировано повреждение. Еще кто не зафиксировал. Так, ну что получается? Практически мы добежали. Здесь сейчас мы будем пытаться шатать пих... Ой-ой-ой-ой, смотрите, сколько этих пчеломаток-то наспавнилось. Приколитесь все их разбудить. Что тут начнется? По-моему, тут игра просто удивится очень сильно. Есть такое дело створить. Есть прям всех подразбудить. Хотя я хотел, кстати, склеснуться, но уже использовав этот... маску пасечника. По идее, также и надо ее убивать. Даже в этом, в трейлере... В Тугезере ее именно так шатают. Маска пасечника, ну, как бы логично, пчела, она должна как-то контриться маской пасечника. Так, глаз в зонте, надо еще за ним тоже следить, между прочим, чтобы нам это не просыхать его. Штука редкая, не факт, что в следующую зиму ко мне придет этот босс. О, кстати, перекати поле, здрасте. Семечки сразу рубанем. Блин, я бы сейчас побежал бы, конечно, ночью, но
Придется использовать шахтерскую каску, а учитывая, что я робот, это, наверное, не самая лучшая идея. Потому что дождики я как-то не особо-то люблю. Так. А так-то я отъелся на шестеренках. Мне вот умереть вообще нельзя. Или где я умирал же. Или потом отъедался еще. Потому что, по идее, после смерти сбрасываются вот эти все параметры, которые вы на это едаете. Это не факт. Это не факт. Так, все, погнали. Посмотрим, что у нас как получится. И вроде же я тут никаких механизмов не шатал. Или шатал уже. Что-то, походу, пошатывал тут как, да? Блин, я, походу, тут всех шатнул. Прям вообще всех, что ли. Так, ну, газлы-то не в счет. Вот беда подкралась. А в перекате поле, кстати, тоже может быть механизм. Но шанс не столь велик. Хей, я его прям тут открыл. Занятно. Блин, а? Подожди, а что, все что ли? У нас тут нигде больше нету. Фак. Факин фак. Где-то же еще должны быть. Вот, может быть, здесь где-то механизмы. Погнали, я помню, что они где-то есть. Где-то они должны быть. Лазурное перо. Сгодится, наверное. Посмотрим, что из этого получится. Я голодаю, но у меня с собой какая-никакая еда есть. Плюс можно кактусы пособирать. Немножко больно, но терпимо. Подожди, а вот там вот вверху. Ну, по идее, если я там зачистил, то, наверное, и тут зачистил, да? Чтоб тут не было. Да, здесь куча ковров халявных, мраморные полы. А, ладно. Не будем этим... Ой-ой-ой, собачки тут. Туповатые собачки. Ой-ой-ой, спалило меня. Окей, спасибо за мясо, собака. Я только за. Ну и получается, что мне надо сюда-сюда-сюда продефилировать? Вот куда-то сюда. Потому что там могут быть механизмы еще недобитые. Мне хотя бы один, мне хотя бы одну эту снежкометную поставить. Было бы уже неплохо. Можно еще пытаться чекать перекати поле. В надежде на то, что нам оттуда что-то выпадет. Но не факт. О, толстый свин. Можно было бы мясо монстра на золото выменить. В принципе, с золотом-то проблем вообще нет. Вот здесь еще вход в подземелье лица. Так, что у нас ветка травы, трава имеется. Давай перекати поле. Не то, что нужно. Да, совсем не то, что нужно. Хотя трава там, и так далее, это хорошо. Хорошо. Но это не так, что особо нужно сейчас. Да, в принципе, на перекати полях можно прям прекраснейше фармиться. А ладно, мы практически добрались до этих мест. Сейчас чекнем. И я тогда не знаю, тогда придется в руины, что ли, марш-бросок делать. Там по любасу есть механизмы. Да, здесь, походу, нифига. Вот это место. Тут просто цветочки почему-то огорожены какой-то фигней. Ну, давай-ка их. Опа, турбо съедим. Ну, еще вот здесь просто откроем. Вдруг что еще подвернется. Ну, похоже, у нас на поверхности не осталось источников пустеренок. Большую часть я их захавал, как робот, да? Не смог сдержаться. Ну, что поделать? Пойдем, значит, в подземелье. Какие у нас варианты? В руины.
Будем надеяться, что лед не растает. Но это хорошо, кстати, у нас руины рядом довольно-таки. Ну, относительно. Можно будет сделать сейчас марш-бросок туда и все просто. Ну вот здесь вот, ну хотя бы один там какой-нибудь конь заблудший, а? Ну, игра. Так жалко, что ли? Походу, что жалко, ладно. Ну, просто так, чтобы были кактусы. Кстати, если кротов встретим, можно будет пошатать, гуакамоле сделать. Крот, кактус, две палки. Получается, гуакамоле. Оно, в принципе, немножечко и... Ну, как немножечко, оно почти 40, по-моему, единиц сытости восстанавливает. Плюс еще 30 или 20. 20, по-моему, здоровья. Что довольно неплохо. Кстати, зеленый гриб мне понадобится, если хочу какой-то посадкой заняться внезапно. Потому что вот эту грядку, если будем размещать, туда сразу зеленый гриб посадить. Так, я побежал не туда. Я молодец. Мне получается же вот так вот поверху надо бежать. Домики свинов трогать мы пока что не будем. Пусть себе существуют, как могут. У меня, в принципе, особой нужды их трогать нет. Вот это все мы позбагрим, когда прибежим домой. Ну, в целом все неплохо. Единственная у нас беда получается с механизмами. Но... Две недели до лета мы можем порешать этот вопрос за это время. Вполне себе нормально, я думаю. Главное, лед у нас продержится с недельки в холодильнике, я так подозреваю. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Так, получается, что где? Тут? Тут. Ага, немножечко оббежать. Забежать на нашу ферму мяса. Мясо монстров. Паучья ферма. Небольшая пока что. Потом мы ее будем немножечко в размерах увеличивать, я думаю, со временем. О, 5 ночи. Ну, давай вот так вот, наверное. Сразу второй факел. Что-то дождик не слабый, он по игровому, ну как бы, по игровому времяисчислению уже где-то вторые сутки фигашит, это писец просто. Когда ты играешь на роботе, у тебя будет вечное проклятие. Тебе будет всегда лить дождь. Это уже замечено просто многократно. Либо когда ты играешь на роботе, ты дождь, ну прям как-то очень сильно ощущаешь. Ну логично, что ты очень сильно ощущаешь, но акцентируешь, так сказать, на нем внимание. Куда без этого. Так, пауки. Камон. Ой-ой-ой. Попался злодей. Такс. Да ладно. Ну, неплохо. Мне кажется, или я слышал опять кошмаров, которые где-то тут долазят. Так, второй факел. Да, по-моему, где-то кошмары. Блин, кошмары тут круто. Да, лед у нас пока продержится некое время. Так, сюда. Что у нас в нижнем? А, Моргенштерн. Давай возьмем Моргенштерн вот этот вот. Так, это сюда скинем. А, оптическая система тебе отключена. Так, кролики у нас там будут по дороге. Я думаю, фиг с ними, разберемся. Давай еды замутим. Та-та-та-та. Мясо здесь сохнет. Ладно, ладно, сейчас немножечко еды замутим, и можно бежать. Так, подожди. Потому что нужны механизмы, как ни крути. Такс. Ну, это у нас сразу в пищу пошло. Поэтому надо еще. Так, еще тефтельки. Гриб с собой взять, чтобы там плантацию сразу посадить. Но если мы туда забежим... Ну, по идее, забегу, наверное.
Так. Есть у меня тут эти сверчки-то. Светлячки. Подожди-то я. Блин, почему здесь нельзя как бы всякие на разноцветные ставить эти скинчики? Ящиков, чтобы можно было как-то, блин, более эффективно во всем этом, ну, как бы, ориентироваться. В Тугезере же теперь есть скины. Что бы здесь не сделать, а? И почему модов нет на скины? Или я не видел? Видел ли кто-то мод на скины для одиночки Don't Starve? Я вот что-то не видал. Если видели, обязательно напишите в, как бы, в комментариях. Думаю, многим будет интересно, в частности мне. Ну а пока что чешем в руины. Что нам остается? Там будем собирать лампочки, чтобы поддерживать в рабочем состоянии шахтерскую нашу каску. Так, подожди, я руины пробежал, конечно же. Там какие-то разборки. Куплись. О, сработало заклинание. А, тут еще и капает, ну супер. Надо бы... От дождя я ничего не взял вообще абсолютно. Ну ладно. Будем немного страдать, здоровья много, но вряд ли я умру. Надо было взять жилет хотя бы. Это было бы идеально. Ну да ладно. Так. Тут еще гробойдеры эти. Идите лесом, а, ребятки. А в пещерах долго будет капать, а? Ё-моё, а ты откуда? Так, я так понимаю, в руинах весело сейчас, да? Я прям вот иду на самое ожесточенное веселье. И попаду. Так. Котейка. А у меня и собачка уже потерялась. Да блин, с этими петами задерешься кормить. Камон. Что-то я понял, это не мое. Их все время кормить, 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 кормить. Сам не голодай еще, чтоб твой пет не голодал. Ой-ой-ой, сейчас. Сейчас они вообще не одобрят. Давай съедим. У меня только одна тефтелька, чувак. Ну чисто так вот, поржать. Грибочки. Грибочки — это ништяк. Я получаю урон стабильно. Надеюсь, хотя бы в руинах не будет. Так, жди. Нет у меня... Нет у меня мяса! Это шайтан, а? Бежим! Бежим, валим. Кролл пропалил контору. Так, все, поглубже, поглубже. Надеюсь, он за мной не нырнет в руины. Система в норме, нормально. Ёпта! А, здесь обезьянки мутировавшие. Это я в идеальное время залез просто. Сразу удар по рассудку просто отгреб. Да. Как-то некрасиво вышло. Давай даже вот так вот побежим. О, жди. Все, я нашел решение, как не мокнуть. У меня же Моргенштерн. Действительно, о чем я. Ну, давай немножечко здесь растопим. Обсохнем. Моргенштерна на довольно долго должно хватить. Так, тут у нас даже еда имеется. Что совсем круто. Я же робот, я могу жрать вообще, там, как бы. Не особо я прихотливый парень в этом плане. Здесь можно вон грибочки выращивать, да, как бы, чтобы рассудок себе апать. Такс. Здесь у нас возможность подхила, шапка, все как надо, короче.
Ну, допустим, допустим. И нам, получается, надо искать шестеренки. Где у нас тут могут быть шестеренки? Ну, где есть всякие кони там и так далее. Механические. Поэтому надо их искать. Вообще, мне надо с обезьянами, да, расправиться. У нас там еще не все обезьянки истреблены. Но я думаю, мы чуть позже этим займемся. Пока что они вроде меня не трогают. У нас такой паритет небольшой. И они меня не трогают, я их не трогаю. И всем хорошо. Все друг друга не трогают. Так, Моргенштерн так-то тратится. Так-то совсем надолго его не хватит. Поэтому желательно быстренько найти какой-нибудь механизмик и шатнуть его. Ну или парочку механизмов. Было бы, наверное, совсем идеально. Что-то, походу, тут, короче, дожди вообще не прекращаются. Наверное, туда наверх, влево. Влево наверх. Потихонечку будем пробираться. Ну и давайте пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.